Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, 29 февраля. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Марка, глава 11, стихи с 1 по 11. По традиции, отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. «Во время оно приближился Иисус во Иерусалим, и прииде Бесфагию и Вифанию к горе Елеонской, посла два от ученик своих, и глагола им, «Иди-то весь, я же есть прямо вама, и абе входяща в нё обрящета жребя привязано, на неже никто же от человек в седе, отрешшее приведи-то, и аще кто вам речет, что творито сие, рцито, яко Господь требует е, и абе послет есему. И досто же, и обретосто жребя привязано при дверях вне на распутии, и отрешистое, и нецы отстоящих ту глаголуху има, что деет отрешающе жребя, она же ресты им. Яко же заповеда има Иисус, и оставиша я. И приведосто жребяко Иисусови, возложиша на не ризы своя, и вседе на не. Мнози же ризы своя постлаша по пути, друзи живая резаху от древия, и постилаху по пути. И предходящие, и вслед грядущие вопияху глаголюще, «Осанна, благословен гряды во имя Господне! Благословенно грядущее царство во имя Господне, Отца нашего Давида, Осанна в вышних!» И вниди во Иерусалим Иисус, и в церковь, и соглядав вся, позде уже сущу часу, изыди в Вифанию, со обема на десяте. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии, Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12.
Сегодня Святая Церковь предлагает нам, дорогие братья и сестры, вспомнить историю входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, описанную евангелистом Марком. Это событие последних дней земной жизни Спасителя. Господь не раз бывал в Иерусалиме во время своего общественного служения и проповеди Царствия Божьего. Он приходил в храм на все праздники Пасхи, но эта Пасха станет для него последней перед крестной смертью и воскресением. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Илионской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Очень может быть, что Вифагия значит «дом смокв», а Вифания – «дом фиников». Они, должно быть, находились совсем рядом, потому что нам известно, что Вифагия лежала в пределах субботнего пути от Иерусалима, то есть около 1 километра, а Вифания была одним из признанных мест ночевки паломников во время Пасхи, когда Иерусалим был переполнен. Господь отправляет двух учеников, имена которых нам, к сожалению, неизвестны, за молодым ослом, на котором он собирался торжественно войти в Иерусалим. Блаженный Феофилак замечает, что Господь воссел на осла не по какой-либо другой нужде, а единственно для того, чтобы исполнить пророчество и вместе, чтобы показать нам, как скромно нужно ездить, ибо он ехал не на лошади, а скромно на осленке. Стоит отметить, что на Востоке осел не вызывал такого презрения, которое встречается в европейской литературе. Напротив, он считался благородным животным. Восточные правители на конях отправлялись на войну, тогда как в мирное время передвигались на ослах. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господне!» Описанная картина напоминает вхождение Симона Маковея в Иерусалим после разгрома врагов Израиля. «И взошел в нее в 23-й день 2-го месяца 171-го года славословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля». Мы видим, что люди встречали Иисуса Христа как победителя, но абсолютно не понимая, какой победы Он хотел своему народу. Люди ждали от Него освобождения от владычества Рима, Он же желал дать всем освобождение от греха. В сегодняшнем тексте встречается еврейское слово «осанна». Его не всегда понимают правильно, переводя зачастую как «хвала». Во 2-й и 4-й книгах «Царств» это слово употреблено людьми, которые искали помощи и защиты у царя. Таким образом, мы видим, что кричавшие «Осанна» не славили Христа, как это часто преподносится. Они взывали к Богу, чтобы Он вмешался в ход истории и даровал спасение своему народу через потомка царя Давида. Господь, дорогие братья и сестры, входит в Иерусалим на молодом осле, обращает на себя особое внимание как своих последователей, так и врагов. Он входит в Иерусалим, являя себя Мессией, Спасителем человечества. Но иудеи ожидали от Него не духовного богатства, а земного. Как часто мы возлагаем на Бога надежды о земном благополучии, забывая, что Царство Его не от мира сего, и, разочаровываясь, распинаем Христа в своем сердце, предавая веру в Него. Господь же готов щедро наделять нас богатством духовным. От нас требуется лишь желание принимать благодать Божию в свое сердце, очищая его непрестанными трудами. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господи.